Встреча с песней «Серебристые облака» подарила ощущение радости, счастья, гармонии и чистоты в сердце. Благодаря вниманию к содержанию песни, образ крыльев, который вырастает в сердце поэта, крыльев трепетных и белых, очень хорошо проявляется. И далее по содержанию песни можно увидеть, как происходит полет поэта к серебристым облакам, туда, за горизонт, который еще вчера был далеким, сегодня он за спиной. Содержание песни открывает радость и волшебство встречи поэта с самой любовью в единстве с бескорыстием и радостью, а также диалог поэта с этими чувствами, наполненные светом, радостью, о том, как они его ждали. Это дает надежду, веру моему сердцу, что и мое сердце тоже ждут. Восхищает в завершении песни воспевание поэтам самой любви и его желание, чтобы мечты любви исполнились. И здесь бескорыстие, радость, действие самой любви проявляется уже в сердце самого поэта, в его неустанной, ежеминутной отдаче любви.